вот такая ситуация. Значит, встречаемся, они уже несколько раз там встречались. Выход какой? Говорит, Сэм Павлович, Ватикан активизирует деятельность, вот мы хотим объединить всех православных христиан, сербов, болгар, армян, грузин и так далее. Понятно, да? Благонамеренные, значит, и, говорит, вот у вас опыт, вы без денег создали такую партию, вот не могли бы вы за деньги создать? Да не создать, а передать им помощь. Да, передать. Так нет, вы вот понимаете, для некоторых, это какая-то абстракция, там еще что-то, а это вот реально, вот вам рассказывают. А дальше, когда им вот все вывалил, вот это открытым текстом, они говорят, Сэм Павлович, а не могли бы вы все это написать патриарху, чтобы мы ему доложили? Вот, что есть глобальный, потому что сами они сказать не могут. То есть то, что для нас очевидно, для них это вообще запредельно. Вот, кто вот крутился там в Москве, ну как вы, может, немножко эмоционально, вот вы просто представить себе не можете. Приходят они такие все, они бах, понимаете? И они нами управляют. А мы вот такие вот, мы вот, ну, никчемные, понимаете, людишки, которые, ну, ничего не могут. А они вот могут. Если сумму я вам назову, которую предлагали, у вас вообще-то... Ну, назову $1.5 миллиона. Миллиарда долларов. Да. Все остается на местах, и вы будете руководить. Только не трогайте Библию. Все. Только не трогайте Библию. Вот так вот.